нет, я включил его. И снова вы можете там кнопочку инсайта запустить. Вот эту, да. Ну, включить, да. Ну как хотите. Все, короче. Колонки будут, так, чтобы вы не пугайтесь, они будут, вы будете слышать. Виртуальная студия в Тинбу. Раз.
Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в виртуальной студии «Екатеринбург» Международного выставочного центра «Екатеринбург-экспо» на презентации 8-го музыкального фестиваля «Безумные дни в Екатеринбурге». И со словами благодарности я приглашаю сюда генерального директора Международного выставочного центра «Екатеринбург-экспо» Игоря Николаевича Данилова. Добрый день, дорогие друзья! От лица площадки хочу всех поприветствовать. Мы очень рады, что в этом году мы стали частью 7-го фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге. Это поистине уникальное мероприятие, где жители Екатеринбурга и не только, всей области, из других регионов могут приехать, посмотреть, насладиться различными форматами музыкальных произведений. Для музыкантов это уникальная возможность проявить себя. И мы рады, что являемся частью этого проекта. И, признаюсь честно, я каждый год какие-то из концертов, какие-то из площадок с удовольствием посещаю. Что, собственно говоря, рекомендую сделать всем. Спасибо. Спасибо, Игорь Николаевич. Мы с удовольствием будем ждать от вас маршрута по программе «Безумных дней». Вообще, дорогие друзья, этот фестиваль имеет 30-летнюю международную историю, проходит во многих странах мира, а екатеринбургские музыканты вошли в орбиту этого фестиваля в 2007 году. Мы чуть позже объясним, почему презентация проходит именно здесь, в виртуальной студии Екатеринбурга, и именно сегодня. А сейчас я хочу сказать, что Екатеринбург является единственным городом в России, где идет этот всемирно известный фестиваль. И берет он свое начало в 2015 году. Фестиваль неизменно проходит при поддержке правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках федерального проекта «Всероссийские филармонические сезоны». В этом году фестиваль проходит и в рамках празднования 300-летия столицы Урала. Я приветствую многочисленную виртуальную аудиторию, которая онлайн в социальной сети ВКонтакте, в официальной сети нашего фестиваля, присоединилась к нашей трансляции, которую мы ведем, повторю, из виртуальной студии Екатеринбург, центра Екатеринбург-экспо. А сейчас я предлагаю посмотреть небольшой ролик и обратить внимание на цифры, которые характеризуют наш фестиваль. Сейчас эти цифры повторим. Фестиваль продлится 3 дня с 30 июня по 2 июля 2023 года. Это единственный в России трехдневный марафон классической музыки. Итак, на 10 концертных площадках в течение 3 дней пройдет 116 концертов в Екатеринбурге и 4 концерта в инновационном культурном центре Первоуральска. Самая большая концертная площадка «Безумных дней» – сад Вайнера. И мы расширяем там фестивальное присутствие. В саду Вайнера пройдет 5 концертов, вместимость каждого из них – 1600 зрителей. А вообще мы ждем на концертах фестиваля свыше 40 тысяч слушателей. В этом году прибавилась еще одна необычная площадка фестиваля. Это библиотека храма Вознесения, куда мы зашли с программами духовной и камерной музыки по приглашению руководителей нашей метрополии. В фестивале принимают участие свыше 600 музыкантов. Это Москва, Санкт-Петербург, это Екатеринбург. И мы рады, что к 8-му фестивалю расширяется география участников. К нам присоединяются ведущие творческие коллективы и солисты из регионов России. Это Новосибирск, Омск, Уфа, Белгород, Пермь.
Ну что ж, в концертах фестиваля их 116, принимают участие огромное количество музыкантов. Мы ждем этого музыкального праздника. И сегодня мы даем старт фестивалю. Уже через два дня, 13 апреля, откроется продажа на сайте Свердловской филармонии. Но в первую очередь для членов Лиги друзей филармонии – это сообщество, которое сегодня объединяет свыше 12 тысяч человек. Да, это такая преференция людям, которые поддерживают филармоническое искусство. А на следующий день, 14 апреля, откроется свободная продажа для всех желающих. Но уже сегодня можно зайти на сайт Свердловской филармонии, посмотреть, ознакомиться с богатством выбора программ фестиваля, сформировать свой маршрут, так называемый личный абонемент по концертам фестиваля. У нас презентация фестиваля музыкального, поэтому, конечно, мы не могли сегодня не представить вам некоторых участников фестиваля. И вот уже совсем скоро, прямо сейчас, появляется замечательная солистка Свердловской филармонии, концертмейстер группы «Арф» Уральского академического филармонического оркестра Мария Позднякова. И она исполнит для нас пьесу композитора Карлоса Сальседо «Ночная песнь».
Мы благодарим Марию, желаем ей успешных выступлений на фестивале. Вы знаете, много необычных инструментов будет представлено екатеринбургской публике и гостям нашего города. Кстати говоря, в фестивале 22 года приняли участие жители более чем 50 городов Российской Федерации, которые в режиме офлайн приехали в столицу Урала специально, чтобы стать участниками фестивальных событий. Кстати говоря, финальный гала-концерт Исаака Вайнера посмотрело свыше 32 тысяч человек. Среди редких инструментов, которые будут представлены на фестивале, это арфа, которую вы сейчас слышали, это клавесин, это цимбалы, это стеклянная арфа, это множество национальных инструментов, которые представят наши гости из Башкирии, Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан, который выступит и соло, и вместе с известной этно-рок-группой «Аргымак» из Уфы. Мы принимаем таких замечательных музыкантов, как духовой квинтет Большого театра, как струнный квартет камерного ансамбля «Солисты Москвы», пианисты Екатерина Мечетина, замечательный кларнетист Артур Назиулин. Да, это не фестиваль крупных звезд, это фестиваль качественной классической музыки. И, кстати говоря, цена на билеты фестиваля не меняется с 2015 года. 200 рублей практически на все, кроме концерта закрытия, это тоже свидетельство того, что все исполнители, представляют ли они Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург или другие города России, на сцене хор, оркестр или солисты, все высокого качества. В фестивале примут участие 9 оркестров, причем оркестры симфонические, оркестры народных инструментов, военный духовой оркестр, юношеские, молодежные, филармонические, 13 ансамблей, 3 хоровых коллектива, свыше 30 солистов. Вот недаром мы с вами прослушали ночную песню, сейчас за мной ночная филармония, а Мария Позднякова играла в сопровождении звездного ночного неба, потому что наступил момент, когда мы объявляем тему фестиваля, которая в этом году во многих странах мира одна и та же, где фестиваль проходит и во Франции, и в Польше, и в Японии, и у нас в России. И звучит она коротко, но очень емко. «Ода ночи». И не случайно. Дело в том, что во всех программах фестиваля, а вы увидите, и публика увидит это в нашей афише, в каждом из 120 концертов есть произведение на темы ночи. И это не случайно. Еще в барочной музыке тема ночи была связана с темой смерти, с темой кладбища. В 18 веке тема ночи стала сопровождать развлечения, пение серенад в садах Рима, Вены, Мадрида, Парижа. В XIX веке, в эпоху романтизма, ночь навевала различные фантастические, тревожные образы. Много говорили о шабаше ведьм и разгуле всякой нечисти. Многие композиторы писали свои шедевры именно ночью. К некоторым из них музыкальные темы их самых значимых сочинений приходили во сне. Поэтому каждый концерт практически называется или «Ночь в опере», или, например, «Лунный свет», или «Ночные серенады», или «Ноктюрны», что в переводе с французского означает «Ночная песня». Симфония Малера в исполнении филармонического оркестра под управлением Дмитрия Лиса. Седьмая симфония, она называется «Песнь в ночи». И очень много произведений связано с этим. То есть мы покажем музыку разных эпох, стилей, жанров и направлений, написанных на эту тему. В рамках фестиваля, и это тоже доверие к нашему фестивалю, пройдет российская премьера произведения екатеринбургского композитора Ольги Викторовой для камерного состава «Молитва ночи», а известный сегодня очень продвинутый московский автор, молодой Козьма Бодров, специально для фестиваля из струнного ансамбля «Солисты Москвы» создал квартет, который называется «Ночная песнь Феникса», и это будет мировая премьера. Ну что ж, я предлагаю продолжить наше музыкальное знакомство с участниками фестиваля. И сейчас появляется замечательный коллектив Свердловской филармонии «Мисковский квартет», который вместе
содружестве с Марией Поздняковой, исполнит танец Клода Дебюсси. А пока музыканты готовятся, я с удовольствием их назову. Александр Зинченко – первая скрипка, Юлия Максимова – вторая скрипка, Владимир Зинченко – альт, Алексей Кудинов – виолончель, он же является руководителем этого ансамбля, и Мария Позднякова – арфа. Каждый из музыкантов, который сейчас перед вами, сыграет на фестивале 6 концертов в составе филармонического оркестра и ряд сольных концертов на одной из 10 площадок фестиваля. Ну что ж, я думаю, наши музыканты готовы, готова и публика, готова и наша аудитория ВКонтакте. Итак, слушаем танец Клода Дебюсси, произведение из фестивальной программы. Thank you.
благодарим наших музыкантов, Мисковский квартет и Мария Позднякова. Вы знаете, прекрасно слушалась эта музыка на фоне проплывающего звездного неба. И почему мы здесь? Екатеринбург – город возможностей. Даже, можно сказать, город крутых возможностей. У нас проходит такой крутой фестиваль. Мы единственные в России, кто смогли поймать эту международную идею и привести ее в наш город. Фестиваль завоевывает все большую репутацию. И у нас в городе первая за пределами столиц появилась виртуальная студия «Екатеринбург». И тоже потому, что мы крутые. И вы знаете, дата сегодня не совсем случайно, 11 апреля, мы встречаемся с вами накануне Дня космонавтики. Тема звездного неба, тема вот этого огромного купола, да, над головой, который, надеюсь, будет сопровождать концерты фестиваля в саду Вайнера, и завораживающая темнота концертных залов, она способна погрузить публику в атмосферу и в содержание нашего фестиваля. Мы хотим сказать, что у фестиваля «Безумные дни» главная задача — сделать классическую музыку максимально доступной максимальному количеству людей. Давайте же вместе безумно влюблять людей в классическую музыку. Мы приглашаем всех с 30 июня по 2 июля в 10 концертных залов Екатеринбурга. Станьте частью большой семьи «Безумных дней». 13 апреля на сайте Свердловской филармонии на старт продаж для членов Лиги друзей, 14 для всех желающих. Еще раз благодарим Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», виртуальную студию «Екатеринбург» за предоставленную возможность провести презентацию прекрасного фестиваля, тема которого «Ода ночи». До встречи на фестивальных концертах!